Смотрите, раз они так заявку бьются, вот, то значит это для чего-то им надо. Ну, а мы уже даже знаем для чего. Потому что сейчас они будут готовить, значит, имперский траст. Вот, так как сейчас Путин отнуляют все президентские выборы без срока. И через 3 года тогда он, по-моему, через 3 года, надо уточнить точно, сможет запустить имперский траст. А все тогда станут буквально крепостными. Будут Барри, ну все, типа они хотят вернуть туда. А, вот. А если сейчас народ не приходит, они организуют, что якобы сейчас советские люди подарили, короче говоря, им всем, а недра. А вы думаете, почему сейчас с нефтью вот эта история? Там они говорят, что типа того Сечин там что-то сделал, там отказался. На самом деле они отказываются, потому что необходимо указывать страну происхождения нефти. А у них страны происхождения нефти нету. Вот. И так, потому что страна происхождения СССР. И им нужно, чтобы граждане СССР передали бразды правления сейчас, ну, компашке вот этой веселой. Вот, и тогда Путин станет императором. Вот таким вот образом. И тогда смогут грабить они дальше, и, а народ станет рабами, потому что здесь уже нас оповещают, понимаете, не просто, а именно оповещают. А вот, то есть если уже пришел, значит ты их признаешь, и значит ты передаешь, без разницы. И обратите внимание, как они составили эти бюллетени. Хоть так ты отвечаешь, в любом случае ты согласен. А вот ты в любом месте галочку ставишь, и это означает, что ты согласен. Вот, поэтому самое лучшее сейчас именно бойкот, никому не ходить, никуда не выходить, вплоть до того, что даже не проходить мимо вот этих учреждений, где там проходят эти выборы, голосования. Они поставили камеры, которые включат распознавание лиц, а вот они уже, у них технологии эти позволяют, и уже внесут, якобы человек там уже побывал, и там вбросы уже сделают, все что угодно они уже сделают тогда. Главное, чтобы вот присутствие на месте было. И это очень важный момент. Поэтому, ну, Баба-Яга против, вот, поэтому сегодня и ролик, я постараюсь расписать это все как можно подробнее, как можно больше, чтобы было все это понятно.